Челябинский профессор придумал, как бороться с гололедом. Евгений Кромский изобрел машину-ледоруб. Она в считанные минуты чистит дороги от наледи и упрощает труд дворников. Вот так выглядит это чудо техники. Изобретение весит 100 килограммов и с виду напоминает газонокосилку. Оператор или дворник подходит к машине, запускает мотор, берет рукоятку, добавляет обороты двигателя, и машина начинает прыгать. Да. Идея пришла к профессору после того, как он сам попал в травмпункт из-за падения на льду. Особенность его изобретения в платформе, которая режет лед в вертикальном направлении, почти так же, как и дворник ломом. И она начинает. Лед крушится, и машина микропрыжками передвигается по поверхности тротуара. Изобретением Кромского заинтересовались челябинские церкви. Они просят профессора поделиться чертежами и разработками. Механизированный ледоруб – не первая придумка кандидата технических наук. Вместе с внуком он изобрел уплотнитель бетона, который при добавлении в асфальт сделает покрытие более долговечным. По расчетам, дорога не потребует ремонта минимум четверть века.